правильный выбор сделал Бедрилка. Не поехал дальше по обочине. Не надо пытаться всех обогнать. Мы сейчас объезжаем Владимир. Тут уже все, съезд на М7 со стороны Нижнего Новгорода. Но тут какой-то ремонт моста или что-то там непонятное идет, и поэтому пробка. В принципе, пробка, ну такая она, да, стоит. Но некоторые пытаются объехать ее почему-то. Здорово! Поможешь подержать обочину? Видишь, этот сзади едет. Я тут с тобой поеду, потом меня запустят туда и все, ладно? Спасибо. Ну вот, с водителем соседнего автомобиля мы договорились, что поддержим друг друга. А этот чувак будет ехать со всеми. Сзади мы видим еще одного Бедрилку. Подъехал. Тоже не очень понимает, почему не пускают их по обочине. Ведь им очень надо. Скорее всего, в больницу. Может, диарея, понос. Кто-нибудь рожает, еще что-нибудь типа такого. А самое стрёмное, что там стоят... Что там стоят чуваки, которые их почему-то пропускают. Непонятно. Пока пробка стоит, немножко прогуляемся, посмотрим. Все парни пропускают, я их тоже встал. Зачем он оставил такое расстояние, чтобы вот эти вот взяли, потом мы въехали сюда. Да, для чего это нужно? Смотри, какое. Ну что, всех обманул, да? Всех обманул, говорю, всех объехал. Всех объехал, говорю. А, не всех еще? Ну ты стартани по встречке, да и все. Смотрите, у него все атрибуты патриота, да, ленточка, номер 010 РРУ. Очень крутой мужик. А? Не понял? Меня? Так ты можешь меня снять, ты. Ну не надо, не снимай. Вот под бедрильников, да? Вот они себя и чувствуют безнаказанно. А вот те парни стоят, хрена они их вообще пускают. Я не понимаю. Короче, ребят, страна у нас, конечно, пипец. Смотрите, какое ебанцу конное. Обосрался бы. И этот тоже, смотрите, какой долб. А эта телка тоже хотела проехать. Видите, приветствует вас всех. Чем?
сюда пальцем? Нет, фары не поморгал. Вот так вот, ребятульчики. Подержали немножко и поехали. И хорошо. И эти дурачки проехали со всеми в очередь. Да, они меня обогнали. Ну, ничего страшного там нет. Это не беда. Если бы бочка там не спал, то мы бы вообще все сделали красиво. Но и так тоже неплохо. Поэтому едем дальше. Вот и пробки конец. А нам осталось доехать до ЦКАДа. Ну а там уже, как говорится, по широкой. Широкую на широкую. И вперед.